Добрый вечер Нового года, дорогие алкоголики. Я выхожу на связь после дичайшей совершенно попойки. И, разумеется, надо Новый год начать что-то новое. Ну, не прискоришь же ебаные рассказывать. И вот так вот у нас будет. Всем любителям олдскула. Вермут, Сальваторе, Рожа. Это, братцы мои, такое себе пойло. Кто помнит, тот помнит, а кто не помнит, да и слава богу, завидую вам всем. Это у моего друга, у которого вся семья зубные врачи, в баре огромное количество старых бутылок. И он мне иногда подгоняет какие-то старые ништяки, которых уже сейчас в продаже в розничные днем с огнем не сыщешь. Поэтому, соответственно, никакого интереса в этом обзоре, кроме... Как это происходит? Ностальгического не будет. Значит, что такое Сальваторе? Ну, во-первых, это то пойло, которым я, помню, обмывал аж до блевочи, до мерзотного, свою первую сданную сессию. Это, братцы, такая, это память, это воспоминание. А в целом, выпускался его в таких вот литровых бутылках. Это прям, ну, ни хрен собачий, литр это много. 16 оборотов, это как... Хороший португальский портвейн, да? Вот написано, вино виноградное, оригинальное, десертное. Добро пожаловать. Производилось оно в России, Ленобласть, Гатчина. Раньше была вот такая тема, снизу отрывали штуки ребзи. Декабрь 2000 года. Это вот когда было разлито. Ну... В целом, тут особо сомельешничать, слава богу, не придется. Пойло, насколько я помню, было адовым. Я его пил только потому, что оно было дешевым и хорошо торкало. Сейчас продается огромное количество разных вермутов, но ни один из них, любимых школьниками, студентами, да и всем остальным народом, и в половину не такой добротный, как тот Сальваторе. Хотя мне кажется, что под этой маркой до сих пор что-то делают. По крайней мере, слово вот оно мелькало. Сам я уже давно такого не пью, но сегодня, чтобы потрофить, так сказать, искусству, да и какой-то, повторюсь, ностальгической теме, пожалуй, жахну. Давайте, ребята, посмотрим, что произошло с напитком с такой сиарьенной выдержкой. Ну, реально, декабрь 2000 года. 19-летний вермут, охуеть. Ой, что-то ты ее понюхал. Давайте, брат и сестрица. Душевно легло. Заебическое пойло. Точно такой же вы, конечно, не найдете. Но, ребят, если еще продается вермут Рожа, ну, из приличного, наиболее близкий его аналог, это всеми нелюбимый Мартини Россо. Собственно, Россо, Рожа, это вот все про одно, это про то, что он красный. Можете иногда предаться таким воспоминаниям о былой любви, как пил Король и Шут, и бахнуть вермута, стакашок. В Новый год можно. Давайте, ребята, счастливо.